Вот, багаж получили, приземлились, идем к выходу. Валерий Алексеевич здесь встречает. Рад видеть. Как у вас дела? Ну что, давно ждать? Я извиняюсь. Мы уже начинаем фильм, все. Да, все, пошло, поехало. Так что все, в общем, мы в Ницце прибыли. Что завтра, я думаю, уже потихонечку начнем в Испанию. Добрый вечер с лазурных берегов Италии, как говорится. Все-таки в Италии, считаете, более комфортно, чем французский лазурный берег? Ну, французский берег более населен. Если здесь, вот у меня 1,5 гектара земли, там, ну, 10 соток, это максимум на дом, то 8, то и 5, то и 6 соток в доме, это максимум на виллу дают. А здесь размеры другие совершенно по земельным участкам. Ну, может быть, по моему просто земельному участку есть уже маленькие, но я вот выбрал участок, который достаточно большой. Вот вторая вилла тоже хорошая. Там несколько террас. Доброе утро. Сегодня у нас дорога. Нас ждет Испания. Доброй ночи. Доброй ночи, потому что мы сегодня проехали 16,5 часов, начиная в 7 утра с Италии, пересекли Францию и полдвенадцатого? 11.30. 11.30 мы оказались в Испании, в нашем заветном месте, то есть мы в отеле. Мы в Испании, и мы начинаем сегодня нашу охоту на Гренского газировку. Да, далековато, конечно, подойдем сейчас. Не все наверху козероги. Внизу только самки с детенышами. А все взрослые козероги наверху, прямо на самом гребне. Сейчас будем запланируем, как оттуда достать. Загоном. Ну вот она, нормальная, наконец-то охота, где ты ходишь. В Испании она как бы разная. В Испании бывает легкая, в Испании бывает там, где ты ходишь. Что мы сделали сегодня? Мы все до сих пор ходим, вот. Валерий поднимается наверх, я пониже. И ходим. Ну, так что не надо думать, что Испания это всегда легко. Не всегда.
некоторые известные охотники говорили, что тебя на машине привезут, из машины выйдешь и выстрелишь. И температура. А другие известные очень охотники говорили, что температура будет 25 градусов. Что-то, да, что-то мне подсказывает. Приехали сюда и ходим уже 3 часа, никого не видим. И лед. Вместо 25 градусов лед вот тут. Точно. Он наверху стоит, на правый. Кабина. Вот, стоит наверху. Направо смотрит. Направо. Вот направо смотрит. Видите? Ну что же, Валерий Алексеевич, сейчас, грубо говоря, выстрелили мы, попали. Сейчас, грубо говоря, идем добираться. Да, попадание немножко пошло вправо, но тем не менее, животное прошел там несколько метров. И встал. И встал, потом сейчас лег. Ну, все у нас есть на видео, поэтому все это вы увидите. Сейчас главное его добрать. Немножко улучшим все со вторым козерогом. Да, слушай, сегодня находились. Вы знаете, как я всегда говорил одну вещь. Мы видим здесь добытый трофей. Как попал, куда попал, что попал. Вообще. Да, все. Это важно. Просто возьмем анализ и, как говорится, будем улучшать. Еще раз поздравляю. Сегодня отдыхать. Добрый вечер, мы продолжаем нашу поездку с Валерием Алексеевичем. Сейчас мы передвигаемся в зону беседы. Видите, какая природа здесь совсем другая. Уже поменялись горы, поменялась природа. Значит, мы едем с аутфитером. Валерий Алексеевич едет сзади нас. Ну что же, попытаемся сегодня вечером на что-нибудь найти. Мы сейчас будет где-то 4:30. Думаю, часик на переодевание и, возможно, попьем кофе и будем выдвигаться. Thank you.
Поздравляю. Ну что же. Поздравления мои. Сейчас я целился на него и стрелял туда, куда обычно стреляю. Животных, чтобы не мучились. Или в шею, или за ухо. Сейчас хорошо было видно шею. Я стрелял в шею и четко упал. Расстояние 270 метров. Как в первом козерог? 270 метров. Да-да-да, ну видишь, расстояние там и там. Покруче было, такое, гора. Да. Здесь вот так. Что ж, первый день на беседный, я даже не знаю, первый час, может быть, полчаса. Вот такие они разные охоты.